Всем привет! Я снимаю свой первый видеоблог. Сегодня утро четверга, у нас праздник, на работу никому не надо. И я лежу, сейчас пойду краситься и расчесываться. Сейчас пойдем к моей младшей дочке Ли. Я извиняюсь за разгром, но у нас съемная квартира. Очень маленькая. Здрасте! Привет! 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 Это кто? Лия! Лия! Are you listening? Damn. Вот сейчас мы уже встретились с нашими друзьями и решили, что поедем в Латрун. А после этого сделаем небольшой пикник где-нибудь в каком-нибудь лесу в районе парка. Итак, мы приехали в музей израильских танковых войск. Находится он на перекрестке Латрун. Это полчаса езды от Иерусалима. Это один из крупнейших в мире музеев, где собрана бронетехника с мест сражений различных видов и исторических периодов, начиная с середины 20 века. Здесь собрано более 200 единиц экспонатов. Большинство – это израильские танки «Меркава», «Тиран» и «Шерман». Есть также египетские и американские танки, а также советские старые Т-62 и Т-34-85 и более современные Т-72, а также военные джипы, БТРы, БМП и машины для прохождения минных полей. Как видите, на большую часть экспонатов разрешено забираться и фотографировать.
Комплекс музея также используется как место принятия присяги молодыми офицерами и командирами. Есть красные танки, есть зеленые, есть белые, а есть коричневые. Покрасили просто. И белый это египетский, то что это там все песок. Цвет все покрасили. А вот эти зеленые? Это израильские. Это старые? Да. А почему есть голубые? Педики. Это для педиков. Музей можно отлично провести семейный отдых. Он интересен не только любителям войнушек и компьютерных игр, но и детям, которые любят все потрогать и везде залезть. Мы приехали в парк под названием Канада, канадский парк. Три за детьми. Зимой здесь течет речка, сейчас все сухо. Тут очень много семей приезжают и делают пикник. Мой муж уже готовит сосиски на сковородке. Вот на такой газовой штучке. Голста нефильтрованный. Снова забиваешь мне телефон? Лакс. Она тоже хочет. Видишь, тянет ручку. Тянет ручку. Да. Ну вот, вроде бы закончился этот длинный день. Можно его завершать. Хотя дети продолжают орать, но все. Ложись, ложись.